Ребят, сейчас будем намечать и сверлить отверстие для наших шкафчиков. Значит, высоту я выбрал. Выбрал я высоту нижней точки шкафчика от 150 до 160 сантиметров. Ну, я взял 155 сантиметров от пола до нижней точки шкафчика. Я наметил линию уровнем, отбил ее, где у нас будет находиться шкафчик. Тут у меня есть отметочки. Надо пометить, где сверлить. Так, ну что ж, вроде как все ровненько получается. Тогда сверлим. То есть намечаем. Так. Вставляем большое сверло, длинное сверло. Я буду использовать вот такие вот штучки. Под них вот такое сверло. Все-таки, я думаю, нагрузка большая, а у меня стена состоит из блоков. Блоки они сами по себе мягкие, поэтому мы глубоко просверлим. Чтобы уже наверняка. Входит очень легко. Так, дырочки просверлены. Берем эти штучки и загоняем туда. Так. Да.
Так. Примеряем. Берем уровень, меряем. Берем уровень, меряем. Так. Теперь нам осталось сверлить еще две боковые, и можно покрывать морилкой, если